В эфире «Вести» мы продолжаем. Федор Бондарчук раскрыл секреты притяжения на лекции о современном кино в Москве. Режиссер показал эксклюзивные кадры своего нового фильма. Большая премьера российского фантастического блокбастера состоится уже через несколько дней. Последние подробности о картине от самих создателей ленты в репортаже Олега Пакшина. «Притяжение» оправдывает звание самого ожидаемого фильма года и притягивает зрителей еще до официальной премьеры. В главном кинозале страны аншлаг на лекции создателей «Притяжения». Сюда пришли самые нетерпеливые зрители, чтобы увидеть первые эксклюзивные отрывки из картины и лично задать свои вопросы создателям и актерам. Но прежде всего ему. От «Девятой роты» до «Сталинграда» фильмы Федора Бондарчука смотрят миллионы, и в преддверии выхода его главного режиссерского проекта встреча с ним — настоящий подарок для зрителей. Я первый раз в жизни присутствую на такой встрече, и видеть перед собой полный зал — это большая радость для меня. Федор Бондарчук решился приоткрыть завесу тайны своего самого секретного проекта — фильма о падении корабля пришельцев на один из районов Москвы. За мощными видео и звуковыми эффектами, невероятной компьютерной графикой и другими атрибутами качественного блокбастера скрыт глубокий философский смысл. Это наша земля! Режиссер предлагает взглянуть на Чертаново как на типичный российский город, микрорайон, а на пришельцев просто как на чужаков. На что готовы современные россияне, чтобы защитить свои дома от непрошенных гостей? Если заменить всех инопланетян, вообще рассказ об инопланетянах, просто поставить слово «другие», то это история про день сегодняшний и про нас. Это история про то, что мы видим каждый день по новостям, по телевизору. О том, как снимали грандиозный фильм в редком для нашего кинематографа и дорогостоящем жанре фантастики, рассказали молодые актеры, сыгравшие в «Притяжении» вместе с признанными мэтрами российского кино — Олегом Меньшиковым, Сергеем Гармашем и Людмилой Максаковой. Это кровать, на которой мне приходилось висеть по много минут, и все затекало, и приходилось еще что-то играть там на крупном плане. Я себя чувствовала в голливудском блокбастере в этот момент, если честно, потому что съемки с таким размахом происходили. Масштабность «Притяжения» отметили и зрители. На встрече с создателями картины за неделю до официальной премьеры им показали эксклюзивные кадры. Первые 15 минут «Притяжения» смотрели с широко открытыми глазами. Таких зрелищных кадров в нашем кино еще не было. Получилась картина, в которую ты веришь. Я, на самом деле, пойду в кинотеатр, так как действительно интересно. Прям хороший фильм. Мурашки по коже просто. Ждем премьеру. Ждать осталось недолго. В прокат «Притяжение» выйдет 26 января. Олег Пакшин, Евгений Журавлев и Александр Феоктистов. «Вести».